19 декабря в спортивном зале школы номер 14 в рамках подготовки к зональным соревнованиям комплексной спартакиады школьников прошел турнир по волейболу среди девушек. Команда школы номер 14 встретилась с двумя волейбольными командами из спортивной школы городского округа Павловский Посад. Первая встреча прошла очень напряженной, и электрогорские волейболистки даже вели по ходу встречи 22-19, но в итоге не смогли удержать преимущество и проиграли 2-0. Счет первого тайма 25-23. Счет второго 25-22. Вторая игра прошла более успешно, счет игры 2-0 в пользу электрогорской команды. По итогам двух игр наши девушки заняли второе место. Поздравляем их с прекрасной игрой и желаем победы на зональной спартакиаде учащихся, которая состоится в феврале 2020 года. 22 декабря воспитанники спортивной школы «Вымпел» отделения карате приняли участие в новогодних показательных поединках по кёкусинкай карате, которые прошли в городе Александров Владимирской области. В боевых поединках принимали участие спортсмены от 6 лет и старше. В новогоднем боевом марафоне боев по кёкусинкай карате принимали участие ребята из Александрова, Орехово-Зуево и Электрогорска. По завершению марафона борцы получили сертификаты, новые спортивные навыки и положительные эмоции. 23 декабря на базе Дубнинского университета в городе Дубна прошел предновогодний турнир памяти Вайнштейна по гиревому двоеборью. Участвовали команды из города Москвы, города Дубна, а также из университета Дубна. Среди участников учитель физической культуры спорта лицея Виталий Лиджинов. Удалось наконец-таки попасть в число призеров, занять третье место в личном зачете и первое место в команде мы заняли. Толкнуть удалось 56 раз и вырвать 134 раза. Что вам за это вручение? Вручили медали, грамоту, ну и, соответственно, хорошее настроение, наверное. В этом году это заключительные ваши соревнования? Но дело в том, что 15 декабря, буквально за неделю до этого, участвовал в открытом Кубке Москвы. Там, к сожалению, чуть-чуть не хватило до третьего места, занял четвертое место. И вот буквально через неделю, конечно, не совсем сумел восстановиться, но благодаря умелому руководству моего тренера Картуненко Андрея Валерьевича, который, к сожалению, не смог в связи с своей болезнью поучаствовать в соревнованиях, но он мне составил грамотный план, дал методические рекомендации, и вот благодаря им более-менее удалось показать достойный результат. Я хочу всем жителям города Электрогорска, независимо от того, знают они меня или нет, но своим детям, естественно, тоже независимо от того, веду я у них или не веду, я всех детей люблю. Всех жителей Электрогорска хочу поздравить с Новым годом, так как я являюсь представителем сферы физической культуры и спорта. Прежде всего, крепкого здоровья пожелать, так как это является основой нашего благополучия. Хорошего настроения, мира, добра и не терять веры в чудеса, независимо от возраста. Не стареть душой и духовно совершенствоваться. Мира, добра и хорошего настроения еще раз. Спасибо.